И всем привет, дорогие друзья! И вы на канале Нюрочка Снегурочка. В этом данном видеоролике я вам покажу туториал, как скачать Токубоку в Зонку. Все очень просто. Заходите в любое приложение, к примеру, браузер. Ну, у меня это будет браузер. В Яндекс я не могу зайти, так как Яндекс у меня глючит. Но мне не лениво зайти в браузер. Так. В общем, пишем Токубоку новой версии. У меня это будет 82-я. Итак, я в это опять плей не могу установить. Вот. Скачать Токубоку. Это вот где. И, стойте, сначала вы удалите Токубоку. Так, блокировать. Так, ищем скачать Токубоку взлом. Ты 1.82, мод 1. И вот ждете, когда скачивается. Ребят, установлю Токубоку взломку на мужской праздник 23 февраля. Но пока я вас не перестану радовать роликом. Ставьте лайк и подписывайтесь, если кому-то будет жалко меня. Ведь я часто переполняю памяти. Ну и мне нужно что-то ненужное удалять, чтобы скачать взломку. Ну и все, спасибо за просмотр, всем пока.